береги. Сегодня для вас играем мы, Алексей Наджаров, Раин. Меня зовут Анатолий Осипов. Мы сыграем для вас авторские и не совсем авторские композиции. Начали с такого импровизированного интро. Дальше по порядку прозвучит один знаменитый, замечательный джазовый стандарт. Он называется «Stella by Starlight». Thank you.
Спасибо. Сейчас прозвучит моя композиция, тема называется «Мидгард». Thank you.
Спасибо. Эта композиция называлась «Мидгард». Следующая тема именуется как «Духи равнин».
Сейчас прозвучит совсем новая композиция. Я ее написал несколько дней назад, точнее доделал. Вот, песня посвящается моей маме, собственно, она так и называется. Песня для мам. Наверное, у каждого музыканта подобное есть, подобное имеется, потому что без этого невозможно. Это замечательное чувство к родственникам, к родным, к любимым, близким. Слушаем и наслаждаемся. Thank you.
Тема Алексея. Тема называется Rewind. Можно это считать даже перевоплощением. Thank you.
Сегодняшнего концерта мы сыграем для вас композицию «Толмюса молока». Тема называется «Апистрофия». Thank you.
Thank you.
Алексей Наджаров. Меня зовут Анатолий Исков. Спасибо огромное. Мы очень рады, что вы пришли в этот субботний вечер, сложно сказать. Уже вечер наступил, кстати. Так что в этот субботний день пришли на этот замечательный концерт. Мы играем таким составом первый раз. Я очень рад. Очень здорово. Очень умение слов. Thank you.
Алексей Нажаров, Владимир Кирилович. Всем спасибо огромное. До новых встреч.